В Карагандинском зоопарке долгожданное пополнение. У павлинов появились на свет 7 цыплят. Орнитологи говорят, эти птицы в зверинце не неслись уже давно. Подробнее в следующем материале. В Карагандинском зоопарке пополнение. Совсем недавно появились малыши улани и павлинов. В Караганде цыплят павлинов не было на протяжении 8 лет. Вылупилось у нас 7 малышей. Это такая замечательная цифра, семерка. Постараемся приложить максимум усилий, конечно, чтобы сохранить это потомство, вырастить его, ведь павлин растет очень долго, только к 4 годам он набирает свой роскошный, красивый хвост. Кроме этого, у нас родились лани, кроме этого, у нас родились и другие животные, которых мы приглашаем в это воскресенье посмотреть в нашем зоопарке. Лето – самый посещаемый период в зоопарке. Дети и взрослые приходят поглядеть на животных, но не всегда обращают внимание на вывески. А ведь только рядом с клеткой с обезьянами выставлено 7 предупреждений. Но обезьяна, несмотря на то, что у нее такое доброе и миловидное личико, все равно может в самый неподходящий момент укусить ребенка, да, собственно говоря, и взрослого, отобрать какую-то вещь. Поэтому, чтобы не омрачать своего посещения зоопарка, познакомиться с коллекцией наших обезьян, лучше, конечно, соблюдать те правила, которые требуются в зоопарке. В выходные дни в зоопарке планируется провести ряд интересных мероприятий. Одно из них – ласковый зоопарк, где посетители смогут сфотографироваться и поиграться с доступными животными. Также здесь будут проводиться черепашьи бега, где участники смогут выбрать любую черепаху и выставить ее на забег. Ануар Сидрахим, Диас Нурмуханов, Никита Косых, 5 канал.